Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим с вами на тему постоянного места жительства Кипра через инвестиции в недвижимость. Иностранцы, которые приобретают недвижимость на Кипре, получают статус постоянного резидента по ускоренной процедуре всего за 2 месяца. Рассмотрим условия получения ПМЖ Кипра при покупке недвижимости. Это приобретение недвижимости не менее 300 тысяч евро, также годовой доход за пределами Кипра 30 тысяч евро и сумма на счету в банке около 30 тысяч евро. ПМЖ позволяет постоянно проживать на Кипре. Вместе с основным заявителем ПМЖ получают и члены его семьи, супруга, дети, в том числе совершеннолетние дети до 28 лет и финансово зависимые родители. При проживании на территории Кипра всего 60 дней резидент Кипра вправе получить налоговое резидентство Кипра и пользоваться всеми преимуществами налоговой системы. Друзья, если у вас остались вопросы, обращайтесь по указанному номеру телефона. На этом у меня все. До новых встреч!